В Николаеве задержана банда грабителей. Трое мужчин и женщина не являются гражданами Украины. Больше месяца они совершали кражу из квартир и домов жителей города. Как сообщили в полиции, к преступлениям банда тщательно готовилась. По несколько дней наблюдали за объектами и ставили метки на замках и дверях. Во время обыска в съемной квартире злоумышленников правоохранители нашли инструменты для взлома, перчатки, а также награбленное имущество, деньги, украшения, часы и коллекционные монеты. Сейчас задержанные в СИЗО, им грозит 6 лет тюрьмы, а следствие проверяет, не причастны ли они к подобным преступлениям в других областях.